Здорово, Ютуб, с вами проф. Продолжаем бустить мага до 2к с сержантов. 1969. Тем временем. Я не знаю уже, как эта катка по счету. Я уже устал, если честно, все это делать. Но раз начал, как бы надо закончить. И, собственно, попались мы против фулстака подполов. Ну и, собственно, с почти фулстаком подполов. В этот раз, наконец-то, у меня есть ассист хила. Будут у меня свитки в этой катке, надеюсь. Не за 3 минуты будет звездопад сделан. Собственно, 200 лайков вы набирали супер быстро. Поэтому в прошлом видосе я просил 300, но он еще не вышел. Я не знаю, насколько быстро вы их наберете. Собственно, как только набирается 300 лайкосов на прошлом, вернее, на этом, выходит следующий ролик. Вот, а этот выходит, когда наберется на прошлом. Все очень просто. Стоим против Кривитоса на миду. Кривитос у нас потный, пул 7. Не спрашивайте, откуда я это знаю, просто этот молодой мой саб. Мы с ним уже миллион раз играли. Магом против креветки, особенно против пул 7, будет не очень удобно стоять. Потому что сетка контрит все мои кнопки, а кнопок у меня на маге как бы немало. Запушиваем линию, идем в лес. Которого нет. А где звезды? О, луна, здорово. Так это я беру тогда. Луна пошла обходить с другой стороны. Мне этот... А, нет, луна суициднулась об тавр. Забоялась луна меня почему-то. Хотя на данном этапе игры я ей вряд ли что-то мог предложить, но... Окей. Мне так даже лучше. Типа, умерла. Меньше проблем на голдпаке. Вот, начался вот этот момент неприятный, когда он кладет на меня сетку. Я не могу ничего сделать с этой сеткой, пока она сама не спадет. И кастовать тоже не могу во время этого. Мисклик. Сетка большого крипа. От креветки. Забираем голду. Забираем все. Глиф стримла позволяет это сделать быстро. Тут какие-то огрызки, я понял. Не все забираем. Тем временем у нас стенка на боте уже отдала ФБ. Ой-ой-ой. Ну это не контрится. Я предположил, что меня может загангать прямо сейчас Мейзен, но между мыслью об этом и действием произошло слишком мало времени, чтобы предпринять что-то. Бывает. Но килл достался не мидеру, а Мейзену, поэтому... Надо, чтобы тень, которая зафидила на ФБ, чтобы она поставила варды. Потому что от того, что она фидит на боте, у нас как бы не прибавляется особо ничего. Сейчас опасно делаю, но ладно. Зато я теперь знаю тайминги. Гвардиан, сука, не подслушивай. Сидит там на своей креветке и уши развесил, слушает. Даб-даб. Нужен вижен от Мейзена. Нужно, чтобы наш лес начал вардить. А то Мейзен слишком свободно себя чувствует. А. Из инвиза.
Тихо, парни. Фу, это было очень близко, чтобы сдохнуть. Я на миллисекундах успел каст отменить. Сейчас бы кастанулась херня, я бы уехал сразу. Приходит хилочка, ну, нормально. Луна, когда проявляла лютую агрессию, не ожидала, что с ней так произойдет. Мейзен был снизу, поэтому мы сейчас вот тут вот так, оп. Чтобы он нас не загангл. Гвардиан, наверное, забыл, что у меня еще автоатака есть. Идем фармить лесочек. Я вроде бы фармлю, я вроде бы убиваю, а вроде бы как бы фарма поровну все равно. Ну, у нас небольшой перефарм есть, но он мизерный, потому что у них, сука, луна забирает наш лес. А тень просто бегает по карте абсолютно бесполезно. Просто двигается по карте, нихера не делает. 0-1-0, чел на тени бегает под пол. Пока у меня луна забирает все. Я ведь не могу уйти, ну, я не могу уйти в отрыв именно по той причине, что чел на луне забирает лес у меня. И мой чел на тени своим бездействием помогает ему это делать. В то время как креветка спокойно забирает свой там голдпак, все что ей надо. Тем временем бот загангали. Причем походу с линии загангали. Не буду ничего писать. Тут видно, что чел на тени побеждать не собирается. Придется нам это делать без его участия. Здорово. А, да? У него еще ульта была? А что ты на душелова тогда не жмешь кнопку, Вася? Валя, говорю. Так, подожди, гвардиан. Не надо. Друг, ты меня бросил? Помогите. Нормально. Просто душ такой. Давай. На созвоне, говорит. Побежал. Ну, нормально. Мы забрали мага. Вернее, вампира. Мы забрали луну. Все у нас отлично складывается. Можно возвращаться. Забрали кота, можно теперь и... Что можно? Можно поагрессировать теперь немного. Или пропушить. Я зря сейчас куру давал, потому что под сеткой был, но я потерял чуть-чуть хп, мне его хилка по идее восстановит, а вот креветка потеряла хп и ману, ей будет тяжело восстановиться, тяжелее, чем мне.
Поэтому этот размен был неплохим. Тем временем Душилов у нас принес топ. На боте у нас вроде тоже все наладилось. Можно забрать вот этого молодого человека. Отлично. А зачем ульту? Друг, зачем ульту? Я ведь не, ну, меня никто не бьет, кроме тавра. Тавр можно отхилить. Ошибка хила. Теперь я без ульты хила. Это мега херово. Ну типа пушить дальше я без хил... ну, без ульты хила не буду. Потому что подойдет луна, подойдет креветка, вамп может дать ТП, и я умру. Тут лучше вернуться на мид и забрать фарм. А может быть и не только фарм. Я не понимаю, почему она ждет до конца, пока я... Типа хилка очень плохо играет. Если бы она сразу сейчас нажала освобождение, я бы сразу же забрал креветку соло. Но хилка то ульту миснет. Ну ладно, окей, бывает. Не все рождаются киберкотлетами. Так, а ну Вова. Сходишь там, решишь? Ладно, не решит. Бля, почему Вова такой глупый? Вова мог сходить решить вопросик с Мейзеном, но он забоялся. Остался пушить тавр. Спасибо за блок, спасибо хилка. Да блядь, крутилка! У него крутилка, Вася. Несика. Несика. Шо, блядь? Кого? Нормально. Погоня завершилась успехом. Я реально, я испугался, что умру, но нет. Все в порядке. Собственно, успехом завершилась и каточка. Спасибо, что досмотрели ее до конца. Не забывайте подписываться на канал. Также я напоминаю, что при наборе трехсталой коса выходит сразу же следующий видосик. Показываю билды, циферки. С вами был Проф. Пока-пока.